Лето – это самое любимое время года всех мальчишек и девчонок. На целых 3 месяца можно отложить учебники и школьную форму, наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Чтобы дети смогли активно отдохнуть в этот период, при многих образовательных учреждениях открылись летние лагеря. В Лопатинской школе в этом году он организован впервые. Каждый день он очень ярок, насыщенен. У нас работают замечательные педагоги, которые очень креативные, очень веселые, замечательно энергичные. И детям с ними, конечно, хорошо, весело и комфортно достаточно. Детский летний лагерь под названием «Альтаир» посещают 70 ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Всего 3 отряда, для каждого свой класс, где у школьников проходят занятия и развлекательные мероприятия. С детьми работают порядка 20 педагогов. С ребятами мы проводим продуктивные, интересные мероприятия и вообще дни. Каждый день у нас какой-то особенный и приурочен к чему-то. Поэтому с ребятами мы создаем разные плакаты, вы можете их увидеть на фоне. И вообще мы записываем видео, занимаемся спортом, различными мероприятиями к нам приходят, преподаватель тоже так же. Поэтому в лагере очень активная жизнь. В лагере все тщательно продумано для удобства и комфорта детей. Организовано 3-разовое питание и комнаты отдыха. 8-летний Рафаэль признается, что одним из плюсов такого летнего досуга – это возможность отдыхать вместе со своими школьными друзьями. Мне очень нравится в этом лагере, потому что здесь можно поболтать с друзьями и хорошо провести время днем. А еще плюс в лагере этом, что он в первый раз открылся в школе. Мне очень нравится, что здесь мои друзья, которые с ними я учился в этот учебный год. Жизнь в летнем лагере дневного пребывания при Лопатинской школе насыщена яркими событиями и приятными встречами с интересными людьми. Я маму просила записать меня в лагерь. Было очень много разных вариантов, но мы хотели, чтобы было где-то рядом. Тут у меня очень много друзей, например, Фэй и Ома. Они мои лучшие друзья. Большое внимание в Альтаире уделяют спортивным занятиям. Учитель физической культуры Сергей Башкатов рассказывает, что специально для каждой возрастной группы подбирает игры и упражнения. Сейчас очень жарко. У нас запланировал футбол, но в такую жару не хотелось бы играть, потому что очень жарко. И мы выбрали игру «Рыбаки-рыбки». Очень хорошая игра, подвижная игра. И на выносливость. Детям очень нравится. Глядя на веселые лица детей, можно с уверенностью сказать, что каникулы можно провести в школе и получить заряд бодрости и хорошего настроения на следующий учебный год. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».